Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». В студии Екатерина Дубровина. И вначале коротко о главном в этом выпуске. Возраст мудрости. Образовательный комплекс номер 7 в Авантеевке отметил 60-летний юбилей. Самым сильным, самым смелым. В городском доме культуры Красноармейска прошел праздничный концерт в честь 23 февраля. Масштабный лыжный марафон. Уже в пятый раз в округе провели лыжню в Лавру. Об этих и других событиях в нашей программе «Новости Большого округа». Более полувека назад в Ивантеевке появилась школа номер 7. Ее торжественно открывали первоклассники, которые спустя 60 лет пришли сюда, чтобы поздравить с юбилеем педагогов и учащихся. Сегодня это крупный образовательный центр, который включает в себя две школы и 5 детских садов. Все подробности у Людмилы Ермаковой. Я здесь, Когда-то они выступали на сцене родной школы совсем в другом амплуа, будучи учениками. Спустя время молодые специалисты вернулись в родное образовательное учреждение, чтобы нести свет науки уже другим учащимся. Но сегодня в этом зале все объединены одной важной датой. Ровно 60 лет назад в Ивантеевке открыли 7-ю школу. 7-я школа, школа с большой историей, 60 лет, большой возраст, возраст мудрости, возраст зрелости. От маленькой 7-й школы она вот преобразовалась в образовательный центр номер 7 с двумя большими школами, с 5 садами. Больше полувека теперь это большой образовательный комплекс, который включает в себя 2 школы, 5 детских садов, в том числе и в поселках Лесные Поляны и Тарасовка. Коллектив 250 человек, 93 из которых педагоги. В 2 школах они обучают 1907 юных жителей округа. Благодаря слаженному коллективу, его профессионализму, образовательный центр номер 7 по итогам прошлого учебного года вошел в топ-100 лучших школ Подмосковья. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт старого корпуса, а несколько лет назад сдали новую пристройку. Совместными усилиями, вместе, как единая команда, нам удалось достичь такого высокого результата. На самом деле, нет, наверное, какого-то ключика, да, к получению какого-то места в рейтинге. Здесь действительно каждый должен выложиться настолько, насколько он может. Именно вклад каждого и единство дает такие высокие результаты. За 60 лет здесь выпустили почти 13 тысяч человек. Среди них герои специальной военной операции. Вернулись в школу уже в качестве педагогов 22 бывших ученика. Как говорят сегодня, это важная традиция. Ну а сама 7-я школа – страница судьбы для первого полного выпуска. Тех, кто пришел в новую школу 60 лет назад и проучился 10 лет. Эта школа открылась в 1964 году, правильно? Так. 60 лет назад. Мы пошли в первый класс. Школа была новостройка. Мы ее открывали, резали ленточку. Прекрасные учителя, прекрасные вообще директора школ, сколько у нас вот было. Вообще чудесные. Замечательная у нас была первая учительница. Знаете, Сергеевна Викторовна. Да. Сегодня в день рождения образовательного центра лучшим специалистам вручают почетные грамоты, благодарственные письма от Министерства образования региона, главы округа, Московской областной думы. А ученики с гордостью рассказывают о достоинствах своей любимой и самой лучшей школы. Мне очень нравится эта школа, так как учителя добрые, хорошо к нам относятся, объясняют тоже хорошо. В этой школе самое главное, это, мне кажется, атмосфера. То есть, кто нас окружает, какие люди с нами общаются, какие мероприятия тут. Ну, чтобы она оставалась такой же, какая она есть, пусть дальше расцветает. Всего самого наилучшего, конечно же. Нравится то, что очень много мероприятий в нашей школе, они очень классно организованы. Чтобы учителя продолжали работать именно тем составом, который работает сейчас. Я желаю, чтобы школа росла, развивалась. Развиваться в творческом плане. Обязательно в учебном плане, потому что, конечно, всегда есть куда двигаться вперед. Впереди у образовательного комплекса номер 7 много планов. Это и ремонты, и нововведения в образовательном процессе. Так, в школе уже развивается внеурочная деятельность. Организуются профклассы, популярностью пользуются педагогические, что не случайно. Ведь традиция возвращаться в качестве учителя в стены второго дома, как говорят здесь в родной школе, одна из самых важных и необходимых. Ты лучше всех!
Ермакова, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. К 1 сентября в микрорайоне Завета Ильича городского округа Пушкинский откроется новая школа на 550 мест, сообщает Минстрой региона. Об этом и не только в нашей рубрике «Новости одной строкой». В здании новой школы в Заветах Ильича укладывают наружные и внутренние стены, монтируют наружные инженерные сети. Начались внутренние работы по прокладке трубопроводов. Это отопление, вода и канализация, монтаж оконных конструкций. На прилегающей территории появится площадка для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивная, хозяйственная и учебно-опытная зоны. Более 13 тысяч цифровых справок для льгот и выплат получили жители Подмосковья с начала года. Документ о назначенных мерах социальной поддержки можно заказать и скачать прямо с мобильного телефона. Он готовится в течение суток. Чаще всего онлайн оформляли справки для назначения дополнительных льгот, а также для предъявления в образовательные учреждения. Ссылку для получения льгот вы видите на своих экранах. В Московской области врачи, которые получили участки по программе «Земля врачам», уже строят дома. В регионе в данный момент возвели 105 домов. Еще 100 врачей приступили к строительству. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что больше всего врачи возвели дома или строят их в городских округах Домодедово, Пушкинском, Ступино, Егорьевском и Дмитровском. В честь 23 февраля во всем округе прошли праздничные концерты. Учреждения культуры поздравили мужчин своими тематическими номерами. Что было подготовлено в городском дворце культуры Красноармейска, смотрите в сюжете. Духовой оркестр ГДК выступил перед началом праздничного концерта в городском дворце культуры Красноармейска. Музыканты исполнили патриотические произведения. Концерт «Самым сильным, самым смелым» подготовили в честь Дня защитника Отечества. В программе звучали слова поздравления мужчинам-героям, которые стояли, стоят и будут стоять на защите нашей Родины. Дорогие наши мужчины, дорогие наши воины, разрешите поздравить вас с этим замечательным и мужественным праздником – Днем защитника Отечества. Сегодня наш концерт посвящен именно этому дню. Пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и чтобы вы всегда оставались рядом со своими родными. И мы от всей души поздравляем всех мужчин, и не только мужчин, но и женщин, которые в погонах. Желаем вам здоровья, благополучия, мирного неба над головой, счастья. Подарком для зрителей стали творческие номера от коллективов Красноармейского ГДК и Дома культуры имени Ленина. В программе были выступления ансамблей, танцевальных кружков, вокалистов. Особый трепет вызвал номер оркестра «Арти Спиритус». Под их аккомпанемент всем залом пели «Катюшу». Подготовлено 18 номеров. Так в Красноармейске поздравили мужчин с их днем. Мария Лихобабенко, Никита Марковненков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Впервые марафон «Лыжня в Лавру» состоялся в 2020 году. Такой масштабной лыжной гонки наш округ еще не видел. В деревню Нововоронино приехали спортсмены и любители из разных регионов. Даже было несколько участников из других стран – Финляндии и Чехии. Гонка удалась и понравилась всем. С тех пор марафон проводят ежегодно, а трасса, где все начиналось, силами местных энтузиастов превратилась в настоящую лыжную базу. В этом году «Лыжня в Лавру» отметила свой первый юбилей. Как прошел марафон, расскажет Евгения Коломеец.
пятый юбилейный раз прошел марафон «Лыжня в Лавру». Стартово-финишный городок располагается в Нововоронино. Место давно стало центром лыжного спорта в округе и точкой притяжения спортсменов и любителей из разных регионов. Здесь лыжные гонки проходят почти каждую неделю. Подготовка лыжной трассы вообще в общем и в целом, да, территории проходила при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Спортивной школой «Истиной» был предоставлен ратрак, который, конечно, решает все вопросы. Вот. А так сегодня сформировалась большая команда друзей, знакомых, волонтеров, привлекая местных школьников, которые вот это все, как бы вот это весь масштаб вывозят на своих как бы плечах. Более 600 лыжников из разных регионов приняли участие в марафоне. Для детей, начиная с 2017 года рождения, две дистанции – 1 и 3 километра. Для взрослых – 12,5, 25 и 50 километров. Особенность марафона в том, что дистанции проложены по паломническому маршруту. Он ведет к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. В этой дороге ходили и цари, и патриархи, и обычные богомольцы к преподобному Сергию Радонежскому за благословением. И пускай благословение преподобного Сергия Радонежского прибудет со всеми вами на протяжении всего года. И помните, что если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своих местах. Настроение великолепное, я очень рад и счастлив за то, что увидел это великолепное мероприятие, потому что оно крайне важно для нашей страны. Недавно был съезд Всемирного Русского Народного Собора, где в том числе выступал наш президент и Святейший Патриарх. И они оба отметили, что крайне важно, чтобы наши люди, граждане нашей великой страны, были здоровы, физически развиты, крепки, но помимо этого они также и духовно развивались. В этом году стартовая поляна стала больше за счет проведенных летом работ по благоустройству на территории лыжной базы. Для участников марафона подготовили все необходимое – раздевалки, туалеты, камеры хранения. Также работала полевая кухня. Можно было поесть каши и попить горячий чай. Трасса огонь, отлично подготовлена, погода тоже супер. Лыжи в лесу плохо ехали, на поле прямо отлично. Спасибо большое организаторам. Все супер, теплые раздевалки, хорошая парковка. Ребят, ну все отлично. Во, медаль, номер счастливый, 88-й. В принципе, праздник удался. У меня очень хорошее настроение. И как проехала, я не знаю, я просто ехала, и все. Давно лыжами занимаетесь? 2 месяца. И как успехи? Ну, хорошо. Вообще, это классный результат. Мы не ожидали, но очень болели. Всей семьей нашей переживали. Всем лыжникам на финише вручали памятные медали. Для тех, кто занял призовые места, подготовили медали, грамоты, подарки и кубки в виде колокола. Это уже традиция. Их делают на заказ в Воронеже. На кубках изображен лик преподобного Сергия Радонежского. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. Календарная весна на подходе, однако синоптики советуют не обольщаться и рассчитывать на капризы природы. Что касается ближайшего прогноза, в последний день зимы будет пасмурно и до плюс 4 градусов днем. Ночью немного прохладнее, но все равно выше нуля, плюс 1. Ветер южный 3,5 метра в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. Во ВКонтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей!